spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена серия мультипликаторных катушек от компании Stinger. Она называется Forsage LTT и оснащена счетчиком лески. Данная линейка включает в себя две модели с одинаковым весом 611 граммов, но вот передаточное число различно и составляет 4,5 или 4,9 к 1. Отметим, что предусмотрены варианты как под правую, так и под левую руку. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 40R. Forsage – достаточно крупная и мощная катушка, основным предназначением которой является троллинг. Прочный корпус PowerBody XP делается из устойчивого к коррозии графита. Внутри расположен силовой механизм PowerGear с деталями из нержавеющей стали и бронзы. Это позволяет использовать тяжелые приманки и бороться с трофейным хищником. В конструкции установлены три подшипника. Пара из них антикоррозийные, шарикового типа, и один роликовый. Спереди мы видим систему лесоукладчика на основе так называемого бесконечного винта. Сам глазок неотключаемый, то есть во время схода лески он не стоит на месте, а двигается вслед за шнуром. Это сделано для того, чтобы исключить перегибы, а следовательно снизить трение и уменьшить нагрузку на этот узел. Как уже говорилось, данные катушки в первую очередь предназначены для ловли троллингом, поэтому привычная клавиша для заброса отсутствует. Вместо нее имеется отдельный рычажок, в данном случае на правой крышке. В положении OFF происходит разблокировка шпули, и вы можете отпускать приманку. Чтобы привести механизм в рабочее состояние, необходимо вручную вернуть переключатель в положение ON. Еще отметим наличие у этой модели механического счетчика лески. Во время рыбалки это устройство покажет, сколько лески смотано с катушки. При необходимости счетчик можно обнулить, нажав на небольшую пластиковую кнопку. Дополнительно обе модели оснащаются трещоткой. Включение или выключение этого механизма производится на противоположной боковой крышке. Очень удобная функция, которая может выполнять роль сигнализатора поклевки. Изогнутая металлическая рукоять оснащается Т-образным прорезиненным кнопом. Кстати, здесь имеется два отверстия для ее фиксации. С целью исключить случайное проворачивание в обратном направлении, в катушках применяется система антиреверса. Под ручкой находится крупная звездочка мультидискового фрикционного тормоза. Он состоит из тефлоновых и стальных дисков и способен справляться с максимальными нагрузками до 8 кг. Рядом мы видим регулятор осевого тормоза. Лесоемкость металлической шпули составляет 420 метров монофильной лески толщиной 0,40 мм. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.